Если не хочешь встретиться с монстрами из этой песни, подпишись на этот канал за 10 секунд. 3, 2, 1. Время вышло. Паровозик Дональд был крутой, мог поднять он дом одной рукой. Его уважали, с собой звали, если нужно драться с толпой. Мог он всех руками раскидать, а потом лежать и отдыхать. Но однажды утром новеньким маршрутом паровозик Джеймс пошел гулять. Несется дуром, стреляет огнем, всех он обидел и сопли ручьем. К Дональду монстры быстрее бегут, говорят, что очень его ждут. Дональд подтянулся и ручища размял, и без страха прямо к Джеймсу он зашагал. Джеймс его видит, воздух набрал и огнем всего его обдал. Но вдруг потушился тот пожар, Дональд вышел из него и взял Джеймса как букашку, поднял вверх тормашкой и пинок ему отличный дал. В космос как ракета Джеймс летел и почти до солнца долетел. И в него там следом врезалась комета, и едва-едва он уцелел. Паровозик Дональд был крутой, мог поднять он дом одной рукой. Его уважали, с собой звали, если нужно драться с толпой. Мог он всех руками раскидать, а потом лежать и отдыхать. Однажды утром новеньким маршрутом паровозик Джеймс пошел гулять. Если тебе понравилась эта песня, то кликай по крутым видео, которые ты видишь на своем экране. Подписывайся, ставь лайки и пиши свои комментарии. Спасибо за просмотр.